Хотелось бы пожелать всем, конечно, хорошего настроения, всем ребятам, всем хоккеистам побед, хорошей игры, справедливой, интересной, творческой. Всем просто, во-первых, здоровья, пожелать всем телезрителям, если они еще не умеют кататься на коньках, обязательно купить себе коньки и ходить на каток, и потом взять клюшку и попробовать поиграть. Вы поймете, какое это огромное удовольствие покорять маленькую черную шайбу, отдавать пасы, забивать голы, насколько это приводит восторг и придет восторг и вас, и всех остальных. Ну и все самое лучшее, всех вам, чтобы все желания исполнились в следующем году, побольше хороших эмоций и смотрите нашу любимую игру.